ландшафтний дизайнер Оксана Олександрова вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Добре. Дякую за такий ранній візит. І все для того, щоб поговорити про те, що так радує і так милує око. Особливо в травні, особливо навесні і саме в цей час. Але ми добре знаємо, для того, щоб щось прекрасне отримати, треба докласти чимало зусиль. Це дуже добре знають наші миколаївці, наші садівники, городники у десятих поколіннях і дачники, ну, хоча б і в першому поколінні. Зараз от на травневі свята навели лад на своїх присадибних ділянках, на городі, у садочку, але треба рук і рук. І що найголовніше, які найголовніші роботи потрібно провести в травні для того, щоб садок і далі нас радував, для того, щоб квіти і далі цвіли і вже і наступного року, ну і в цьому році також продовжити, можливо, їх цвітіння. Щоб активно цвіли наші лиственно-декоративні кустарники, от як зараз ми бачимо, их надо обязательно кардинально обрезать. Кардинально... Что бы нам принесли? Это спирея японская, ее еще называют невеста, и калина бульданеш. Сейчас их активное цветение, и мы видим веточку, которая обильно будет цвести. Спирея также. Этому способствовала активная кардинальная обрезка куста после цветения. То есть сейчас, в течение всего мая, мы видим, наблюдаем красивое цветение вигелы, японской спиреи, она бывает белая и сиреневая, калины бульданеш, форзиция, очень ярко-желтый цвет такой насыщенный. Растения, которые цветут, они нас радуют не просто. Они должны обязательно обрезаться, подкормиться в весеннее и осеннее время. И на следующий год мы опять увидим эту красоту. Вы забыли еще про бузок. Ой. Чи потрібно ламати бузок? Скажіть, будь ласка, Оксано. Так він радує нас красивим своїм ось таким, такою шапкою білою, бузковою, фіолетовою. І так і хочеться, рука так і тягнеться забрати собі додому таку красу, але з іншого боку не можна ж ламати кущ, не можна ламати гілки. Все, що природа дає, і все, що ви відчуваєте, потрібно робити. Чим більше ви будете ламати сирень, радувати близьких, дарити букети цієї прекрасної весенньої цвітущої порослі, тем больше эта поросль со временем разрастется и вас будет радовать прекрасный кустарник, обильно цветущий. Это все нормально, это естественно. Любой кустарник можно ломать, только аккуратненько, желательно под углом и желательно то, что вам нужно, а не так, чтобы сорвать все и растение уже не оставит лиственную массу, потому что лиственная масса нужна для того, чтобы корневая система начинала нарастать и сокодвижение происходило между ветками и корневой системой. Май также очень активен в пересадках. Мы пересаживаем весь май, продолжаем пересаживать с апреля как комнатные растения, так и многолетние уличные. Це ми говоримо про декоративні. А ще ж хочеться і порадувати родину смачними огірочками і помідорчиками. Також, можливо, слід нам сказати трошечки... Ми квіткову тему відкладемо на буквально пару хвилин, але приділимо увагу і таким овочевим культурам. Практичні совети по розсаді. Розсаду, яку ми ще з февраля місяця посадили, поставили на подоконники, на світлі місця, ми вже починаємо адаптувати к нашій весенній температурі. Это происходит где-то от недели до двух. Мы выносим палеты, кассеты, либо балконники, в которых мы высадили эту рассаду, и выносим на 2 часа, там первое время, на полчаса, на пару часов, и увеличиваем дневное как бы посещение улицы рассадой. А когда высаживать уже можно?
где-то до 25 мая. Считается испокон веков. До 20-25 мая все, что высажено, активно будет расти, благоухать. Позже уже можно досадить, где-то дополнить то, что выпад вышло, где-то, может быть, подсохшие растения. Но до 25 мая мы заканчиваем все посадочные работы. У травні вже починає радувати і дітей, і дорослих полуниця. Хочеться вже відчути її солодкий аромат, насолодитися її неймовірним смаком, але для цього також треба потрудитися. І як можна пришвидшити цей процес, і як можна зробити, можливо, щось добре для цієї культури, яка нас так радує? Меня еще бабушка учила. Хочешь увидеть прекрасные урожаи клубники, земляники, значит, надо поработать, усладить ее уста. То есть во время цветения, как только начинают пробуждаться цветочки, открываются, начинают пчелки летать. Мы в это время делаем сироп, либо сахарный, либо медовый. И опрыскиваем слегка растения. Через время мы видим, когда уже закладка плода идет, что намного больше плодоношения идет после опыления с сиропчиком. То есть это услаждаем уста пчелкам, они услаждают наши уста активными крупными урожаями клубники. Дякую, це дуже корисна і дуже слушна порада. І ще у мене вже запитання, повертаємося до квітів. Радували нас тюльпани своєю тюльпановою веселкою, навіть наші городяни влаштовували такі тюльпанові змагання і у Фейсбуці, головне на своїх присадибних і дачних ділянках. Але вже навіть останні такі найбільш пізні тюльпани схиляють свої голівки, тому що приходить їх час. Що можна зробити для цієї квітки? Всі луковичні первоцвіти – це нарциси, крокуси, гіацинти. Їх потрібно підкормити. Тобто растіння, яке вже починає відцвітати, и оно потом будет у нас в зиму еще посажено осенью, подкармливаем органикой, даем силу луковице. После того, как пожухнет, пожелтеет и потом пожухнет лист последних луковичных, мы их выкапываем. Выкопали, луковички 2-3 дня подсушили и спрятали в коробочку, куда-то в сухое место до осени. Осенью мы вернемся к ним, это после 20 августа, и до начала октября мы высаживаем уже в зиму их, чтобы они радовали нас опять как первоцветы. И на смену этим луковичным у нас приходят летники, то есть это гладиолус и клубневые георгины. Мы подготавливаем луковички георгины, гладиолусов и клубни георгин. Смотрим, рассматриваем луковицу, убираем лишние клубеньки, молоденькие рассаживаем. Желательно обработать слабым раствором марганцовки, для того, чтобы не было гнилостного процесса, чтобы вредителями не повреждались. И высаживаем вот до конца мая. А мені подобаються такі рослини, які посадив в землю один раз, і більше не потрібно до них докладати ніяких зусиль, вони самі собі сходять, самі собі цвітуть, відцвітають і знову залишаються в землі до наступного свого сезону. А от виявляється, що з ними також морока. Ну, есть многолетнее растение, неприхотливое. То есть, как вы говорите, посадили и забыли. Есть теневыносливые, есть солнечные растения. То есть мы знаем, что такое розарий. Мы выходим, и розы, которые радуют иногда все лето, мы видим на солнечной стороне. Посадишь розу, либо шиповник, некоторые высаживают декоративные шиповники, в какое-то притененное место мы видим гибель или поросль некрасивую. То есть растение нужно посадить в нужную лунку, в нужное место, и оно будет радовать. Многолетние
растения. Вот сейчас мы некоторые выкапываем и рассаживаем. Это хоста, это гейхера, растения, которые теневыносливые. Также клематисы. Это лианы, которые нас радуют практически поллета. И особенность клематиса, его сейчас высаживают, но корневая шейка, откуда идет корень и произрастание вот этой лианы, нужно обязательно притенять. Есть прекрасный способ посадки, которая вот очень декоративно смотрится. Мы высаживаем хосты в районе корневой шейки клематиса. И гейхери, какие-то літники, ми можемо висадити ромашечку. Але да. Це, мабуть, вже тема для нашої наступної бесіди. І з фотографіями, і з картинами, для того, щоб було все наочно, зрозуміло, красиво і корисно. Я вам дякую за ранковий візит, за чудовий букет, за той аромат весняний, травневий, який зараз у нашій студії панує, і за гарний настрій. Дякую вам.